продается уникальная усадьба. Домовладение в экологически чистом и престижном месте. Поселке Таватуй, расположенном в 49 километрах от Екатеринбурга по хорошей дороге. Эксклюзивная площадь сформирована из трех ранее выделенных земельных участков и занимает 0,5 гектара в лесной зоне. Подобных предложений в поселке Таватуй просто нет и вряд ли появится. Участок огорожен высоким кирпичным забором, имеет 2 въезда на территорию, оснащенных автоматическими воротами с удаленным управлением и отдельный выход в лес через калитку с электронным замком. Участок защищен от ветра с озера, но до пляжа на самом популярном месте озера Таватуй 5 минут пешком. Со стороны въезда домовладение граничит с новым жилым комплексом «Шелест Парк», что дает дополнительный охранный контур. Домовладение состоит из 2 кирпичных домов, общая площадь которых 228 и 310 квадратных метров, выполненных в классическом стиле, 1 деревянного дома общей площадью 85 квадратных метров и отдельно стоящего здания гаража на 2 автомобиля. Между домами проложены мощенные дорожки, выполнено наружное освещение, ливневая канализация, подбетонка и подпорные стенки в местах перепада уровня участка. Каждый коттедж на участке полностью автономен, имеет свое водоснабжение, отопление и канализацию. Дом площадью 310 квадратных метров имеет 2 жилых этажа, подвал и мансарду. На первом этаже расположены большая гостиная с высотой потолка на 2 уровня. Кухня-столовая, гардеробная, кабинет, сауна с моечной зоной, бассейном, комнатой отдыха, 3 санузла. На втором этаже балкон, терраса вдоль гостиной. Второй дом площадью 228 квадратных метров имеет на первом этаже просторную гостиную, совмещенную с кухней, 2 спальни, санузел и гардеробную. На мансардном этаже свободное пространство с колоннами и расположенной библиотекой. Деревянный дом общей площадью 85 квадратных метров выполняет функцию гостевого дома со своей кухней и спальней. Также там расположена баня с русской парной, моечной зоной и большой комнатой отдыха. Перед входом в дом расположена открытая терраса с обеденной зоной.